Всем привет, дорогие друзья, с вами Афай, 6 сентября, и выходит обновление Dota весом 127 мегабайт, давайте его с вами разберем. Перед этим забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и про Телеграм тоже, конечно же, не забывайте. В основном это фиксы компендиума, но помимо этого также у нас затронули у Висажа альтернативное применение в аспекте Сипульчия, у ульты она, соответственно, до этого была черным квадратом, теперь отображается так же, как и обычная. Вот что более интересно, это фиксы. Во-первых, в испытаниях Оракула появилась такая вот плашечка с картинкой, вмешался Оракул, где пишут текст. Из-за ошибки вы смогли сделать невозможные прогнозы на этот этап турнира, они автоматически сочтутся как верные по окончанию игр, и вы получите полную награду за эти прогнозы. Что тут происходило, сейчас непонятно, тут в принципе прогнозы очень странные, по сути тебе приходится угадывать, кого выберут команды, а не кто как отыграет, но в любом случае окей, по логике это должно быть около 4 или 2 верных прогнозов, ну то есть чуть больше очков, если вы это все дело расставляли. И фикс для бинго, также сопровождается дополнительным текстом, но уже в уведомлении. Ваши карточки бинго на групповой этап были поля с чрезмерно завышенными условиями. Мы устранили ошибку и вернули вам жетоны, потраченные на улучшение полей. Соответственно, те поля, по которым уже проходило, стали активными, вернули жетоны, можете поулучшать, где вам нужно, типа такого, и, соответственно, пособирать очки. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.